Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматическая винтовка «Хатсан Торпедо 150TH Камо». В комплекте нас ожидает руководство по эксплуатации, три накладки под затыльник, усиленная пружина, сошки и сама винтовка. Эта пружина-поршневая винтовка с подствольным взводом. Стреляет свинцовыми пулями калибром 4,5 мм. При установке усиленной пружины максимальная скорость вылета пули может достигать 380 метров в секунду. Ложа и приклад винтовки выполнены из прочного пластика и имеют необычный камуфляжный окрас. Приклад имеет удобную выемку под большой палец и подщечник. Затыльник приклада вентилируемый, выполнен из резины, что значительно помогает снизить отдачу от выстрела. Нарезной ствол, ствольная коробка и механизмы винтовки изготовлены из прочной оружейной стали. Нарезы внутри ствола позволяют значительно увеличить дальность, точность и кучность выстрелов, так что винтовка подойдет как для спортивной, так и для развлекательной стрельбы. Также имеется открытое прицельное приспособление в виде мушки и регулируемой прицельной планки с фиброоптическими нитями, которые облегчают прицеливание на темных объектах и при недостатке освещения. Плюс ко всему есть специальное крепление типа «Ласточкин хвост» 11 мм, так что вы можете установить широкий список дополнительной оптики и прицельных приспособлений. Весит винтовка более 4 кг, что немало, но создает ощущение серьезного оружия в руках. Предохранитель автоматический, он находится на задней части ствольной коробки. Давайте перейдем к испытаниям. Мы провели их на обычной, неусиленной пружине. Приобрести винтовку вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».